О-о-о-о! Фоткаем срочно! Всем хай, с вами Юджин, и сегодня мы с вами будем играть в игру, которую очень рекомендовали вы мне в комментариях. Это стрёмнейшая игра, как говорят, которая называется Iron Lung, то бишь железное легкое. Я не знаю, что это означает, возможно, это намек на подлодку, в которой мы будем находиться. То есть сама подлодка — это единственное место, металлическая капсула, в которой есть немножечко кислорода, которым мы можем дышать. То бишь наше легкое железное. И, судя по этой заставке, ощущение, что это игра от разработчиков No One Lives Under the Lighthouse, игры, в которую я тоже играл. Можете посмотреть прохождение здесь. Очень атмосферная игра, и атмосферное прохождение получилось. Но сейчас мы окунемся в эти багровые воды и узнаем, что такое Iron Lung. Десятилетия назад все известные звезды, а также обитаемые планеты, исчезли, оставив живых лишь тех, кто был на космических станциях или космических кораблях. Это явление было названо «Тихий восторг». С истощением запасов и постепенным выходом из строя всей инфраструктуры, выжившие ищут любой след природных ресурсов во вселенной бесплодных лун, освещенных призрачным светом потухших звезд. На одной из таких лун была выявлена странная аномалия — океан крови. Вы — осужденный, которому было поручено изучить аномалию на специальной подлодке под названием «Железное легкое». Она не была разработана для таких глубин, поэтому вы будете запечатаны внутри, а окна кабины будут закрыты. У вас не было времени на подготовку. Если миссия пройдет удачно, вы заслужите свою свободу. Ух, у меня уже мурашки по коже прошлись. Эта игра будет вовсю эксплуатировать космический ужас. Тот самый страх неизвестного. Давайте жмем и пускаемся вплавь. Что? Господи, и когда я оказался здесь внутри, это еще страшнее, чем я представил. Обычно, когда читаешь текст... вот тогда фантазия рисует очень страшные образы. А тут визуал прекрасный. Опа, мой супер... Ой, что это? Все, нас запечатали. Какое печальное будущее рисует нам эта игра для всего человечества. Ой, а ведь это же недалеко от истины. Итак, мы можем ходить и взаимодействовать. Что это? Что это? Кажется, это водоросли какие-то. Похоже на водоросли. Меняем картинку. Снова водоросли. Ну-ка, Би. 2 недели назад мы начали изучение Луны AT-5. Впервые с тех пор, как произошел Тихий Восторг. После чего был обнаружен 4-й океан крови. На глубине океана обнаружена впадина, в которой есть несколько интересных для нас точек. Твоя задача — сделать снимки этих точек с помощью SM-13. Фронтальной камеры SM-13. Фотографии должны быть сделаны с помощью 2 модулей, расположенных в определенной позиции и под определенным углом в 10 градусов. Для навигации вы также можете использовать камеру. Будут сохранены только фотографии тех самых мест, которые нам интересны. Поскольку у вас нет возможности к навигации с помощью зрения, пожалуйста, обращайте внимание на ваши координаты и используйте карту. Индикаторы поверхности рельефа, расположенные возле пульта управления подлодкой, будут указывать, если вы приближаетесь к препятствию. Удачи. Удачи мне. Хорошо, что-нибудь еще здесь есть? Нет, мы пока находимся здесь. Это вот... А, это получается место, которое перед нами сейчас, видимо. Окей, вот сколько у нас точек интереса. Где же мы конкретно находимся? Нам нужно посмотреть наши координаты. Итак, X182-30, Y116-71. 182-30. X у нас уже здесь, да, вот так вот. 182. Мы находимся где-то здесь. Это значит, что нам нужно... Что это такое? Руль нужно использовать? Нет? Тик знает. Хорошо, мы продвинулись куда-то. По Y в эту сторону. Нам нужно до 200 дойти. Правильно? Продолжаем. Жуть! Как это неприятно! Хорошо, когда мы отпускаем кнопочку, какое-то время мы еще плывем.
Да что же это такое? Тут явно что-то живет. В кровавом океане. Блин, мы где-то скребем дно. Мы бы чуть повыше подняться, а мы не можем. Здесь такого нету. Под углом надо еще. Видите, мы можем повернуть. До 200, я и сказал, до 200. Пока все окей. А можно сразу ввести нужное число, и оно само доплывет? Так нельзя. Господи, какая-то страшная миссия. Разве свобода того стоит? И что это за свобода нас ждет такая? Мы находимся, значит, где-то здесь и вот тут вот. Нам надо до 200. Еще немножечко осталось. Еще чуть-чуть. И еще чуть-чуть. Я люблю точность. Вот, хорошо. Теперь мы где-то здесь. Значит, нам нужно еще плыть до 300 градусов по иксу. А, погодите, это мы типа разворачиваем сейчас себя вот так. А видите, что происходит? Стоп. Вернуть обратно. Надо, чтобы было ровно 90 градусов. Доплывем? Да, доплывем, нормально. Какая интересная механика управления. Стоп. Окей, я тебя понял. Сейчас врежемся. Чуть-чуть надо отплыть. Давай, чуть-чуть подальше. Есть! Разворачиваемся обратно на 90. Ох, как весело плыть мне! Это очень увлекательно. Будут ли какие-то сюрпризы в этой игре, интересно? Или все зависит только от нас? О, протекает. Черт, какое же тут давление. Погодите, давайте посмотрим, что здесь. О, все еще просто водоросли. Ладно, ничего такого стрёмного нету. Мы почти у цели. Стоп. Итак, мы где-то здесь. Значит, нам нужно чуть развернуться. Как-то так. Карту нельзя приближать. А, тут написано. Значит, угол 0.33, 186, 322. Окей, хорошо. Мы уже почти на 322. Ровно на 322. 186. Значит, нам нужно четко вниз. Стоп. На 180. Оп. Слушай, сложно поставить прямо. Она так не делает. Ладно. 186. Ой-ой, куда? Не в ту сторону. Сорян. Ой, что-то басовое. Мы сейчас потревожим демона. Это ему нужно примерно, но я люблю четкость. Я, господи, моя фантазия рисует что-то ужасное. Мы сейчас такую страшную тварь увидим. 0.33. Мы близко. Я думаю, это оно. О, боже мой. А? Что это? Это оно? Я не понимаю. А, есть! Есть! Мы это сделали? Хорошо, это просто какие-то кристаллы. Я не знаю, из чего они. Нету описания этой породы. Возможно, что-то важное. Не знаю, что это. Оу, это не экспедиция. Это казнь. Когда они засунули тебя сюда, они не хотели, чтобы ты возвращался. В смысле? Погодите. А зачем тратить целую крутую штуку, именно подлодку, которая может быть полезна в будущем, на то, чтобы убить одного чувака? Разве не проще меня казнить? И даже если ты вернешься, и даже если они сдержат свое обещание, какая свобода тебя ждет? Несколько погибающих кораблей в море мертвых звезд. Вот и я таким вопросом задался, что за свобода, когда вселенная мертва практически полностью. Но это философский вопрос. Для меня лучше существовать, чем не существовать в любом случае. Но возможно, потому что мое тело и мой разум еще не сталкивался с существованием, которое хуже смерти. Если и есть надежда, то она лежит где-то за вуалью. Надежда в этой пустоте так же иллюзорна, как и свет звезд. Я выбираю совершить свой последний вздох здесь, на дне, в океане. Никем не виденный, никем не слышанный и никем не контролируемый. Они получат свою казнь, а я получу свою свободу. Я не понимаю, это кто пишет? Это я пишу сам себе? То есть сначала в письме говорится обращение как бы к кому-то, а потом он говорит про себя. Это странно немножко. Непонятно, кто к кому обращается. Возможно, это я уже с ума схожу и начинаю говорить как бы сам с собой. Итак, что у нас дальше? Рядом прям находится X378-263. Поехали! Мы сейчас прям четенько, мне кажется, подплывем. Не сым. Все, хорошо. Просто маленькие скалы, которые мы миновали. Все окей. Смотрите, мы и правда прям сейчас четко подплывем, не меняя курса. Так. А, нет. Назад. 263 и 378. Сейчас мы почти что как надо. А надо нам четко наверх. О! 0 градусов прям. Стоп! Не то делаю. Сорян. Вот, 378. Тихо. Чуть не въехал в скалу. 260. Стоп, отлично. 263. Четко. И 0.50. Знаете, когда я увидел те шипы, просто кристаллы какие-то, я успокоился немножко. Но, возможно, сейчас нас ждет что-то просто ужасающее. Посмотрите, как четко мы выставили все. О, еще шипы. Фух, а там сзади что-то валяется, какая-то кучка. Ладно, кажется, мы это сделали. О, вот здесь придется покрутиться. А как? Как ты хочешь, чтобы мы сюда попали? Ой, я так понимаю, у нас и кислород закончится скоро, да? То есть у нас время-то ограничено. Надо быстрее все делать. Итак, следующее. 259-406.
Какого дьявола? Слушай, ну это не может быть океан крови. Столько нет живых организмов, чтобы наполнить целый океан кровью. Мне кажется, за всю историю планеты нашей не нашлось столько крови внутри всех живых организмов. То есть это какой-то пигмент, какое-то вещество, которое дает такой цвет. Аккуратнее, сейчас врежемся, не хочу. Ой-ой-ой, стоп. Не мигай. It's okay. О, черт! Нет, стало кислорода меньше. А мы всего только две точки израсходовали. Я не думал, что у нас будет заканчиваться кислород. Кто-то рядом плавает. Плещется тут. Прям перед нами. А может быть, это просто камни сыпятся со скал? Стоп, 259, мы здесь. И теперь строго наверх. Блин, фактор времени меня значительно напряг. Угол 296. О, четенько. О, что это? Это кораллы какие-то особые? Или это позвоночник, или это какие-то змеи? Фиг его знает. Ладно, это считается успешной фоткой. Прекрасно, теперь нам нужно валить срочно отсюда. Как-нибудь вот так. Мы сейчас находимся здесь. И нам нужно чуть-чуть наискосок вверх. До 325, я бы так сказал, по Y. Окей, а теперь можно строго вперед, вправо. На 90 градусов. Наша цель вот эта точка. 560-277. Это что за фигня? О, нет. Типа кислород, утечка, да, начинается? Никак не заделать, да? Ладно, просто плывем. Здесь очень узенько. Ух, живо. Черт подери, как же мне это напрягает. Что-то внезапно. Где? Тут не может быть ничего. О, что это? Какашка какая-то. Тут есть огнетушитель, кстати говоря. Блин, а может быть... Ну это не огонь, конечно же. Может быть, надо чем-то заделать? Блин, какая-то музыка стрёмно начинается. 560, 277, угол 43. 43. О, блинушки! Какая тварь, какая-то стрёмная хрень! Мы ищем именно природные ресурсы, но не вот эту хрень! Если мы чуть-чуть повернемся, возможно, будет прям селфи. Она исчезла. О, нет! Какая неприятная фотка. Окей, мы должны дальше плыть. Теперь 613-197. Перестаньте, пожалуйста, перестаньте. Евгений очень слабонервный. 613-197, а угол 0,55. Четко, блин! О, это как будто бы скелет дохлой акулы. Вот здесь та штука, которую мы увидели первая, она как бы нас преследует сейчас. Вот сюда будет очень... Геморройно плыть, очень узкий проход. 864-258. Держим курс. Что это? Да что это такое? Мы можем это увидеть? Оно где-то тут. Где-то тут плавает. Надеюсь, эта штука прочная. Должна быть прочная, если она выдерживает такие давления. Стоп. Вот, мы уже, я так понимаю, где-то в этом туннеле находимся. Чуть-чуть выравниваем. Вот здесь осторожно надо прям быть. Надо прям вот так носик поставить, кончик. От, стрелочка сюда, между двух шариков. Это очень весело. Осторожно. Что-то не так. 741-283. 700. Где-то тут мы находимся. 283, где-то здесь. Я думаю, нужно чуть-чуть вниз, чтобы ну его нафиг. Вот. А я так надеялся, что я прям четенько сейчас попаду... Прямо в проход. Окей. И вот теперь мы можем попробовать проплыть. Ну просто белиссимо! Как грамотно мы проплыли-то все это? Теперь направо. До 816. Все, да. Свободная зона. Отлично. Мы где-то здесь находимся, да? 864. Сорян, немножко не туда плыву. Итак, 864-258. Тихо. Со мной что, кто-то пытается общаться? Оу. Да ладно, это что, дом? Это здание, походу. Ох, как любопытствует эта огромная тварь. Что это за железная банка плавает в океане? Да, это какое-то здание. Это старый дом. Возможно, спальный район Москвы. Старая добрая хрущевка. Теперь, чтобы отсюда выплыть, нужно 300 по Y и по X 825. Вполне себе сгодится. Теперь угол где-то примерно вот так, чтобы вот здесь пройти. Смотрите, четенько проходим. Идеально прошли, я бы сказал. Почти что. Во! Не пугай меня, как закрыть клапан этот? И, кстати, одно деление так долго держится. Первое как-то быстрее израсходовалось. Все, мы проплыли. Офигеть, как мы круто проплыли. Вот это скилл в навигации. Кто тронул меня?
Кто-то меня явно тронул. Ох, сволочь. Хорошо, нам нужно где-то примерно на 600 и 225. Стоп, а мы сейчас на 512 и 339. 512 это где-то здесь и 339. Что? Как мы могли? Мы же здесь где-то были. Нас что, куда-то пихнуло? Я не заметил. Я не заметил, сбились ли вот эти вот координаты или нет. Каким образом мы здесь снова? Я не понимаю. Окей, ладно. 512 и 339. Мы вот тут. Значит, нам нужно попасть на 400 по Y и 560 где-то примерно. Так, 560 есть. И строго вверх. И докуда ж плыть так? Значит, нужно 623, 520. Что это? Господи, напугал меня дымок. Показалось, как будто что-то плывет на меня. Когда же так периферическим зрением смотришь на это, оно уже на тебя прям двигается. Что это такое? Что-то было рядом! Оно отплыло внезапно. Теперь направо. Окей, смотрите, мы почти что у цели. А теперь угол 0,63. О боже мой, смотрим. Это же правда чей-то позвоночник. Какой-то огромной твари. Что-то давно вымершее, возможно. Или наоборот, свежее. Недавно умерло и уже обглодано чем-то. Что ж, миссия успешна. Вот здесь нам будет очень трудно пройти, так как мы не видим. Здесь явно есть проход, но какой он? Карта какая-то у нас хреновая. Значит, нам нужно сейчас строго плыть налево. До примерно 375. До 375 налево. Пока все спокойно. Это радует. Есть какие-то звуки неприятные. У меня все трещит по швам. Дымится как-то. Офигеть. Тут можно как-то нитро включать? Я вообще не понимаю, с какой скорости я двигаюсь. То есть цифры вроде как быстро мелькают. Но что это за скорость, если меня когда пнули, вот тогда оттолкнули на такое большое расстояние, судя по цифркам? Супер, мы где-то здесь находимся. Значит, попробуем строго наверх. Наверх. Пока вроде четенько идем. На вере просто. Смотрите, как четко проходим. Очень четко. Неплохо. А я всего лишь какой-то заключенный. И так хорошо с навигацией управляюсь. А докуда надо плыть-то так? Можем сразу, кстати, вот это вот посмотреть, раз уж будем тут. И останется всего лишь две у нас. Мы прошли. И нам больше не нужно будет плыть через этот сраный туман. А че это? Просто так пухан горит внезапно, без предупреждения. Вы че? Что тут загорелось у нас? Хотя мне нравилось больше, потому что хотя бы был свет. Ну-ка, что там? Чему тут гореть? Тут все из металла. А это что за кал? Не знаю. Окей, мы на 700. Нам нужно 325, 741. Как-то так примерно. 325, 741 и градусы 18. 18, есть. Делаем умный вид. Значит, ребрышки какие-то. Как будто я тест Роршаха прохожу, глядя на эти картинки. Теперь я вижу краба, который упал на спину, не может перевернуться. Или я вижу, вот, смотрите, глазик. Огромная пасть большой кобры, которая как паук с лапками паука. Кобра с паучьими лапками. Представьте себе такую тварь. Или... кобра, но как скалопендра. Скалокобра. Ладненько, давайте до 650 спустимся вниз. Я думаю, даже до 665, где-то так, 63. Мы где-то с вами вот тут сейчас. А значит, мы можем прям ровненько поплыть налево. Вот так, на 270 градусов и влево. А докуда плыть-то так? Где-то до 280. До 180 по иксу. Она мигает, но мне пофигу. Вот, хорошо, прошли. Вы слышите это? Как будто кто-то общается с нами, реально. Инопланетяне. Прям перед нами! Что это? Оно прямо здесь! Какая дичь! Окей, хорошо. Значит, мы где-то тут. И 660. Вот, да, где-то прямо здесь. Значит, нужно идти вот, вот сюда. Как-то так, наверное. Оно прямо здесь теперь. Блин, да что же это такое? Мы что-то проплываем, какое-то энергетическое. А, мы уже близко, кстати. 180, 576. Осторожнее. Мы в каком-то лесу, как будто бы реально подводном. Сраные пшики меня пугают. 576, мы очень близко. Чё происходит? Чё все дрожит? Реально, как будто бы какой-то стрёмный портал находится, который искажает пространство. 576, очень близко. Окей, по иксу выровнялись, теперь нужно немножечко наверх. А, как все трясется. 576 есть, боже мой, что мы сейчас увидим? 184 градуса. Есть. Делаем снимок. Это правда какой-то энергетический портал. Сейчас мы в Зен отправимся.
Я не знаю, я не хочу задеть это, я боюсь просрать игру. Нам осталась последняя цель. У нас еще есть два деления, ну, полтора, я бы сказал. Окей, нужно развернуться на 180, добраться до 650. Смотрите, 277-634. Нас опять откинуло, нас телепортировало. Вот тут, охренеть. Это реально телепортер какой-то. Супер древние технологии. Не зря в письме написано, где-то там за вуалью лежит надежда. Что-то лучшее. Возможно, портал в параллельную вселенную, где все хорошо и еще ничего не уничтожено. Блин, как страшно. Нам нужно примерно до 700 подняться. Мы находимся с вами вот тут, и нам, по идее, лучше просто плыть на 90 градусов. Окей, и плыть так вплоть до 575 по иксу. О-о-о-о-о! Фоткаем срочно! Оно что, разумное, что ли? Оно смотрело прямо мне в камеру. Или это удачный кадр? А такое не сохранится? Никто мне не поверит все равно, да? Или это все иллюзии? Мой сумасшедший воспаленный разум. О, черт! Мы вот здесь находимся с вами. Значит, нам нужно доплыть до 750 и 600. Чё? Давно это здесь? Давно это протечка? Ой, мы начинаем прям хорошо так тонуть. 750-601. Значит, мы с вами здесь. Надо чуть-чуть вот сюда, наискосок. Все, уже начинает все в жопу. Мы не вернемся. Окей, 800-675. Это мы здесь находимся, почти у цели. Даже вот так я бы сказал. 675-828. Друзья, последняя фотка. Давайте четенько постараемся. Ага. Ну что ж. О, блин! О! Вот она, фоточка вам. На, блин, фоткай! Ох, как это было круто! Да, оно того стоило. Этот скример... Прям, муа, прекрасно. Экспедиция вызвала в итоге больше вопросов, чем дала ответов. Спутниковые снимки показали кусочки SM-13, разбросанные по всему дну впадины. Предположительно, оно было разорвано к хренам собачьим на кусочки огромным зверем. Обломки невозможно достичь в это время. Никаких фотографий не было восстановлено. Черт. Звезды светят бледно, как кости. Луна — это безжизненный труп. Ее океан — это как открытая рана. Вселенная, то, что от нее осталось, погибает. Но где-то во тьме должна быть надежда. Ах, как мне хочется больше таких игр, друзья. Это было просто великолепно. Столько мыслей внутри. Это было прекрасное, очень клаустрофобное, слепое путешествие. По неизведанным мирам в мире, полным отчаяния, обречения и, наверное, отчасти принятия того, что неизбежный конец ждет нас с вами и всю нашу вселенную. Как с этим жить? Что из этого извлечь? Решать вам, друзья. Я лично считаю, что свет, даже призрачный свет звезд, он все равно ярче, чем пустота. И именно к нему нужно стремиться. Всегда. Всегда можно найти какой-то выход, даже если его на самом деле нет. Мне так лучше живется, по крайней мере. Огромное всем спасибо, что смотрели. С вами был Юджин. Ставьте лайк, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал. Вступайте во все мои соцсети, в мой Дискорд-канал. Заходите туда, вам там понравится. С вами был Юджин еще раз. И всем пять!